Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. У владельцев машины Сильверит 840 с приставкой 60М периодически возникает проблема, которая заключается в том, что рычаг сдвига вантур не держится в пазах. То есть он падает и совершенно не хочет держаться на своем месте. И сейчас я вам расскажу, как решить эту проблему. Берем крестовую отвертку и с обратной стороны передней игольницы отвинчиваем пластмассовую пластину, которая у нас и держит штырь. Выглядит она вот так, 4 винтика. Снимаем пластмассовую верхушку и внутри мы обнаруживаем с вами металлическую пластину с двумя прорезями. Ее откладываем в сторону, нас интересует эта вот пластмассовая часть. Звездочка. Не потеряйте только, пожалуйста, звездочку. Были случаи, что при разборе пластины звездочка куда-то закатывалась. Вантуры сдвигаться не будут, не будет работать вся конструкция. И смотрим, что же держит наш штырь. Нас интересует вот этот маленький кусочек проволоки, который и держит ручку. Обратите внимание, он стоит в пазах. Придерживаем и смотрим. Ничего не выпадает. Ручка отлично держится. Проблема в маленьком кусочке железа. Если у вас так получилось, что он потерялся, такое иногда случается, достаточно взять скрепку потолще и по размеру пазов вырезать новый штырь. Проверить, что он точно так же держит ручку. И можно заниматься сборкой. Собираем обратно всю конструкцию. Если вдруг видите, что не держит, можете чуть-чуть подогнуть внутрь этот новый штырек, но не сильно, потому что он может выгибаться наружу и будет обратный эффект. Не забудьте звездочку. Она, так, зажали штырь, она двигает игольницу. Поэтому ставим ее в нижний отсек и проверяем, чтобы в процессе сборки звездочка не потерялась. Аккуратненько ставим обратно всю конструкцию и проверяем, что у нас все работает. Если вам это видео было полезным, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши вязальные посиделки и до встречи в нашей школе машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.